Уважаемые родители и коллеги, здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами, как можно при помощи игры Run and Touch изучать любую тему в английском языке. С самыми маленькими, например, мы изучаем при помощи этой игры цифры или английский алфавит. Когда мы выкладываем буковки или циферки отдельно на какой-то поверхности, или помещаем это на стену, и ребятишки добегают до названной цифры и дотрагиваются до нее. С ребятами постарше можно изучать любую тему. Например, сегодня мы изучали овощи и фрукты. При этом саму игру у нас изготовила наша ученица. Спасибо ей огромное. Она сама ее сделала своими руками, сама принесла. И мы в нее играли. Yes, this is a pumpkin. Okay, who's the next? Маша, run and catch, run and touch. Tomato. Tomato. Yes, excellent. Олег, run and touch. Carrot. Carrot. Where is the carrot? Read the words. Read. Carrot. No. Carrot. C-A-R. Yes. Very good. It's a carrot. Artur, run and touch gem. Where is gem? Where is gem? Ну, это даже все знают. No. Тёма, where is gem? Gem. Gem, gem, gem. Jam, it is sweet, made from fruits and berries. Yes, it's jam. Yes. Yes. It's jam. Okay. Jam. Who's the next? Who's the next? Lisa, run and touch. Run and touch. Peas. 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 No, it's beans. And I ask to touch peas. Peas. Pea, pea, pea. 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 Yes, very good. Very good.